Красота, какая красота, красотища. Папоротник уже большой-большой. Прелесть. Внимание, марш! Пошли! Молодец! Антошка, заходи за Дашуней. Давай! Опа! И Антошка пошел. Даша, назад! Назад! Молодец! Вот мои уточки тут. Вот мои уточки. И я. И я за ними. И я за ними тоже. Опа! Ой, красота какая! Ну, мы все закаленные. Мы все закаленные. Ой, как красиво плывет. И Антошка красиво. И Даша красиво. На спине попробуй, на спине. Вот так. Молодец. Молодец. Хорошо. Суперски. Молодец. Дети все натренированные. Все, Дашонечка, идем. А, первый пошел. Первый пошел. У нас тепло-тепло, ребятки. И мы купаемся. Поэтому я... Прошу прощения, но я тоже пошла купаться. Так, и теперь, опа, это у нас Дарья. Дарья пошла, быстренько, быстренько. Долго не надо, бы водичка еще ж холодненькая. Ой, как хорошо, это ж у нас йодовая водичка, у нас йодовая вода. Ну, это йод, видишь же, ты знаешь, вот здесь йод. Очень большой процент йода здесь, поэтому она оранжевая. Оранжевая, поэтому рыбки у нас немного, а мало. Ну, давайте, пошел. Что, давай вместе, Даша. Давайте на старт. Внимание, марш. Опа. Все поплыли. Видите, еще камыш не вырос, он только-только-только начинает пробиваться. Он любит очень теплую воду. Ну, а мы нам что? А нам что? Мы люди закаленные. Назад, назад. Назад, холодно там. На середину не надо озеро. Назад плывем. А то может, знаете как, и судорога может свести, и все, что хотите. Кстати, тут прямо эти летают, как они. Ласточки, ласточки. Прямо над водой. Прямо над водой. Вы слышали, сегодня стреляли эти охотники? Нет. Да, сегодня он плывет, 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 плывет. Плывет, к нам плывет уточка. Уточка плывет, а вы хотели там ее разогнать. Не надо, пусть там плавает она. Нам и здесь, нас и здесь неплохо кормят. Ой, красивая. Вот это уточка. И первая начала, первая закончила. Красавица. И закончила. Ой, и какая первая. Красивая. Первая. Ой, начала, какая. Какая прелесть. Они все к нам сейчас. Они все к нам сейчас. И уточки, и перепела, и все-все к нам. Сюда? И куропатки. А знаете почему? Потому что там охотники сегодня все утро, я вот слушала, все утро они выстреливали птиц, которые садятся. В общем, это кошмар какой-то. Я жду еще лебедей, и лебеди должны вот-вот же к нам нагрянуть. Помните, как в прошлом году?